Всем здорово, с вами Рубин Антон. Сегодня мы находимся в парке Горького. Я не знаю, что тут забыл. Вот, ну, кто еще не знает, это канал Morgan Studio. Как я уже говорил, я не знаю, что я здесь делаю, что я здесь забыл. Ну, соответственно, канал поэтому так называется. Morgan переводится как дебил. Вот такие видео. Сам не знаю, зачем приехал, что я здесь делаю, но я приехал. Ладно. Тут я вижу весело, как в мавзолее у Ленина. Ну ладно. Приехал, значит приехал. Странно, что там еще люди еще есть. Вот там что-то чистят, что-то делают. Пойдемте посмотрим. Тут написано какой-то Бартон Горького. Извиняюсь. Чёрт узнает, что это. Народа тут почти нет, нифига. Сзади меня какая-то лошадь из ада стоит. Вот. Ну вот. Сейчас я не знаю даже, куда идти. Потому что тут везде все пусто. Несколько человек ходит и все. Ни хрена ничего, все закрыто, ничего не работает. Наверное, пройду немного и поедем еще куда-нибудь, например, на Арбат. Поможете мне? Смотря, если успею, у меня 7 часов занятия в институте. Если не успею, значит на Арбат в следующий раз. Извиняюсь за дрожащую камеру, просто я другой рукой держу хрень с тетрадями и всякой фигней там для учебы, поэтому не могу держать камеру двумя руками. Мне кажется странным, река не замерзла. Ну, может, для вас не странно, я просто не московский, поэтому для меня это странно. Я это раньше не замечал никогда. Вот на этой хрени я когда-то катался. Но оно того не стоит, сколько стоит их поездка. 900 рублей стоит. Я проехал там до Кремля, туда развернулись обратно. Сделал несколько фотографий. Фотографии можете посмотреть в виде презентации вот по ссылке. Ссылка вот здесь. Странно. Я тут например с Подольска, у нас река замерзла. Точнее не река, а химические отходы замерзли. Да. Ну, не знаю, что тут делать. С камеры отвалилась бленда, как обычно. Я приделал бленда обратно.
Она все, она отвалится, это уже как обычно, нормально все. Ну, хотя бы как-то держится. Ну, я тут как дебил один хожу с камерой. Ну, делать тут нифига. Пора двигаться обратно. Поеду, пожалуй, на Арбат тогда. Я не знаю зачем. Ну. Вон там утки плавают. Ну все, уже потихоньку двигаюсь опять к метро. Ну и правильно. Вот там все падают постоянно, не знаю почему. Надо же, предыдущий упал. Бывало и хуже.
Вот я и добрался до Арбата. Пока еще ехал, стемнело, поэтому сейчас надо настроить баланс белого слова. Это такая, даже не знаю, музей, библиотека. Короче, дом Гоголя. Я здесь реально сдавал когда-то экзамен по фотокомпозиции. Не знаю, зачем я сюда пришел. Тут тоже делать нечего особо. Ну, теперь можно идти на Арбат. Тоже не знаю нифига. Я все-таки смог выставить баланс белыми ручными настройками. Ничем не отличается, конечно, от автомата. Тут хоть народу побольше, чем в парке Горького было. Надо же, не привязали со своими приглашениями. Один такой, где музей вот был, пристал с каким-то там музеем интересных наказаний, виселицы всякие, ты как привязался их и неделя отстал от него. Еще не заработать дебильная. Вон стена Цоя. Кто не знает, я каких-то встречал, то спрашиваю, где находится. Она прямо за домом актера. Его сложно не заметить. Так, снова отвалилась бленда. Это означает, что пора идти на учебу. Ну, сейчас, там где не повернем, мы к метро. Ну, пока время еще есть, просто пойду посижу. Да мать твою, да что ты будешь делать, а? Все, вроде должна будешь отваливаться. Прикрутил. По крайней мере, на час, на два хватит.
отваливается, потому что там где-то трещина какая-то. Ну вот я иду уже к метро. Видел по дороге какого-то чурку. Не знаю, как это называется, как юбка, только не знаю, как у них-то там называется, типа мантии что-то. Интересно, чурка тут у нас с бомбой или без. Ну, смотри, да? А даже если удалить... Так, ну я ровно хочу.
Нет, 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 нет